Александра Поп. Лена Петерман. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Нет, не дошел этот пас до адреса. Отличный удар. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Свисток арбитра объявляет нам. Начинают второй тайм команда. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасных. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Алекс Морган. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. И трибуны ждут удар. Мимо, но было довольно опасно. Да, чуть точнее, и счет снова стал бы равным в этой игре. Лена Петерман. И у соперника теперь мяч. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Вперед идет атака. Интерес. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свои ворота. Леони Майер. Такие передачи придают атакам остроты. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Можно провести контр. Есть адрес у этой передачи. Находит эта передача адресата. Опасно может быть. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Великолепный удар головой. И такие обычно не берутся. Да, и в общем-то отличное исполнение без шансов для голкипера. Снова равенство на табло 1-1. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыгран. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота, а жаль, было бы весело. Алекс Морган. Здорово сыграла в отборе. А вот кто будет первым на мяче теперь? Хорошо мяч перехватили в атаке. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Алекс Морган! Американки отличились. Повторяют нам гол, который только что был забит. Хороший здесь действительно удар получился, но хоть вратарь и коснулась мяча в этом моменте, но выручить не смогла. Игра возобновляется, счет уже 2-1.
Александра Поп. 20 минут осталось играть. Леони Майя. Дженнифер Марушин. Еще один точный пас. Она сегодня одна из лучших по этому показателю на поле. Наносит удар игрок. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. Хороший момент. Забили, счет сравняли. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Невероятную игру мы с вами сегодня смотрим. Счет у нас снова равный. Меган Рапино. Линдси Хоран. Роуз Лавель. Аби Далкемпер. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке прибыть. Хороший пас на ход. И вратарь забирает этот мяч. А сейчас вперед можно выйти. Какой момент! Счет вполне мог измениться, а так по-прежнему ничья. Хорошо обработала мяч. Алекс Морган! Гол! И у соперника уже может не хватить времени на ответ. Но посмотрим, игра продолжается. Хороший гол, поздравляем ее с дублем. Пять голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Александра Поп. Лена Петерман. Эмили Сон. Линдси Хоран. Аут, мяч у сборной США. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. И бьет! Такое ударище! С такой дистанции колотить в ворота единицы могут. А многие просто проверяют голкипера. На 10 раз один да ошибется. Мощнейший удар, конечно, получился. И, как следствие, великолепный гол. Повторы, прекрасный гол из-за пределов штрафной, сильным ударом. Какой удар все-таки? А, пушка страшная. Четыре-два. Довольно комфортное пока преимущество. Два гола у одной из команд. Лена Петерман. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Теряет атака мяч в штрафной, вынос. Дженнифер Марушан. Линдси Хоран. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Пас на ход, может быть интересно. Бить можно и забивать. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. 3 минуты будет добавлено. Роуз Лавель. Хорошо играет сегодня в пас. Очень высокий процент точных передач. Через фланг атака пошла. И тут есть свободное пространство. Роуз Лавель. И сборная США побеждает в этом матче. Команда сегодня не просто проиграла, а проиграла своему самому принципиальному сопернику.
Удар действительно серьезный, и чтобы его сдержать, команде нужно обладать серьезным характером. Но атака продолжается. Просто невероятный удар! Перекладина становится с автором гола. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Алекс Морган! Еще один точный пас, она сегодня одна из лучших по этому показателю на поле. Наносит удар игрок. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают, и снова ничья на табло. Все только начинается. Хорошо обработала мяч. Алекс Морган! Гол! И у соперника уже может не хватить времени на ответ. Но посмотрим, игра продолжается. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал, и бьет! Какое ударище! С такой дистанции вколотить в ворота единицы могут. А многие просто проверяют голкипера на 10 раз. Здравствуйте, меня зовут Георгий Черданцев, и вместе с Константином Кеничем мы сегодня комментируем футбольный матч без правил. Вообще без правил. Ни красных карточек, ни офсайдов, ничего. Полная анархия на поле. Посмотрим, как это скажется на количестве голов. США и Германия – это две лучшие женские команды в мировом футболе. Сегодня должен получиться захватывающий матч. Да, всего 4 женских сборных становились чемпионами мира, и 2 из них, причем самые успешные, сегодня на поле. Состав сборной США нам показывает. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. И сейчас мы видим с вами состав сборной Германии. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Кость? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Просто невероятный перехват. Леони Майер. Алекс Морган. Подача. Чей мяч будет? Навес точно в руки вратарю. Дженнифер Маруша. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Потеряли мяч, оказался он за лицевой, и это значит удар от ворот. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Неплохой был пас. Хороший по задумке пас. Мяч в атаке, что дальше будет? Опасно! Не точно. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Александра Поп. Навешивать надо. Александра Поп! И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. Мячу уже просто некуда было деваться. Чтобы не попасть с такого расстояния, надо было очень сильно постараться.
Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Александра Поп. Дженнифер Маруша. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Отличный удар. Хороший момент, но удар не достиг цели. Пас на вход может быть интересно. Классный пас, можно двигаться дальше. Мяч на счету Морган. И вот вам, пожалуйста, свидетельство тому, что футбол – это прежде всего игра. И здесь ситуация может в любую секунду измениться. Гол, конечно, из ряда вон выходящий, потому что, как мы любим говорить, ничто не предвещало. Снова равенство на табло 1-1. На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. Такие подкаты штрафной всегда опасны, но на этот раз обошлось. Лео Немай. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Роуз Лавей. И разрезающий пас на ход. Удар! Голкипер уверенно играет на выход. Американцы заработали угловой. В центр штрафной подан Бекки Сауэрбранд. И это удар! Но это просто супер вратарь! Видит игрока впереди и отдает пас на ход. И никто не мешает ему тут. И пробил игрок. У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Мяч летит в центр штрафной. Лео Немай. Партнеры поддерживают эту атаку. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. И подача на дальнюю штангу. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Удар по воротам. Легко справляется вратарь с этим моментом. Германия будет вводить мяч из-за бокового. Дженнифер Маруша. Лена Петерман. Есть как. А вот сейчас может быть опасно. Последнюю секунду мяч выбит. Альмут Шульт. Аут, мяч у сборной США. Меган Рапино. Алекс Морган. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. И мяч в воздухе после такого выноса. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Лео Немай. Подавай! Смещается в центр. Александра Поп! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Теряет атака мяч в штрафной вынос. Половина матча позади. Мы с вами напомним... Продолжается наш матч, второй тайм.
Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Все верно. Края надо чаще задействовать. Лена Петерман. Мяч вышел. Немки будут бросать. Леони Майер. Подача. Чей мяч будет? Будет навес. Атака остановлена, но кто получит мяч? Кристал Дан. Алекс Морган. И у соперника теперь мяч. Очередной точный пас. Сегодня она действительно очень хороша в передаче. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Пас на ход. Может быть интересно. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Атака продолжится через фланг. И подача туда, в сторону ворот. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Нужно выходить вперед. Бей! Алекс Морган. Не сильно получился удар, и мяч у вратаря. Линдси Хоран. Меган Рапино. Алекс Морган. И мяч переходит к сопернику благодаря прессингу. Леони Майер. И подает штрафную. Есть гол! Отлично сыграно! Все логично! Выходит вперед команда, которая диктует игру сегодня. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот. Тут надо отметить голевую передачу с левого фланга. Навес получился просто чудесным, оставалось его только замкнуть. Хороший гол получился после вот такого навеса. В этом моменте и подача, и завершающий удар. Все было блестяще. Игра возобновляется, счет уже 2-1. И пробил игрок. Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Потери и у соперника. Меган Рапино! И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Кто, как не капитан, должна вести команду за собой? Она собственным примером ведет команду к победе. И еще и вот такие вот голы забивает. Очень знаковая фигура на поле. И опять у нас ничья. Шикарный матч мы с вами смотрим. Лена Петерман. Дженнифер Маруша. Сара Дебриц. Леони Майер. Практически безупречно она сегодня в игре в пас. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Александра Пол! Есть гол! Отлично сыграно! Все логично! Выходит вперед команда, которая диктует игру сегодня. Да, это прекрасный удар с лета и гол. Вот такие голы в одно касание, они, конечно, смотрятся потрясающе. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. 5 голов уже забито в этом матче, счет 3-2. Алекс Морган. Опасно! Здорово сыграла оборона, удалось блокировать удар. Да ну, это совсем не понимаю. Сара Дебриц.
держат мяч у себя, играют в короткий пас. Алло, вы же тут не одни, побеждать достойно нужно. Может быть, в футбол сыграем, а? Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Удар по воротам. Справляется вратарь, но есть возможность забить мяч в ворота. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Сара Дебриц. Хорошо мяч перехватили в атаке. Хороший пас во фланг. Навес точно в руки вратарю. Хорошо обработала мяч. Меган Рапино! Не дает голкипер сопернице отличиться еще раз. Блокирует удар. Да и удар, мягко говоря, вышел не очень. Много еще играть. 10 минут. Все верно. Края надо чаще задействовать. Очень хорошо друг друга партнеры чувствуют. Игра в пас просто на высоте. Да, и глаз радуется, что, к сожалению, в наше время не о каждой команде можно сказать. Прекрасная техника. Удар! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Судья назначает угловой в пользу Германии. И с этой позиции можно пробить. Ну, стоит поработать на тренировках, наверное, над такими подачами. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Остается совсем немного времени до конца игры, и если забьют с этого углового на то, чтобы отыграться у соперника, это мимо. Две минуты осталось до конца основного времени. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюде хороший пас на ход. Забирает мяч. Судья добавляет 3 минуты. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Кристал Данн. Роуз Лавель. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Соперник пытается перекрыть свободные зоны, но шанс прорваться к воротам еще есть. Можно навешивать. Бить надо и сравнивать счет. Гол! И счет равный, а время почти на исходе. Безумству храбрых поем мы песню. Они это заслужили, игроки буквально умирали за этот гол. Сейчас, конечно, можно сколько угодно предъявлять претензии арбитру, голкиперу, партнеру, да даже комментатору. Но факт остается фактом. А гол остается голом. И опять у нас ничья. Шикарный матч мы с вами смотрим. Лена Петерман. Александра Поп. 90 минут командам оказалось... Команды устали, игроки провели на поле 90 напряженных минут. Но теперь надо собраться и провести еще дополнительное время. И бьет! Такие удары, разминка для вратаря. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Мяч у защиты оказался, но вынести мешают. И это удар! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. И удар! Немецкая сборная будет исполнять угловой удар. Мяч летит в центр штрафной. Жаль, затянули немного атаку, и все, момент упущен. Перехват в центральной зоне. Германия будет вводить мяч из-за боковой. И открывается партнер под атаку. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Какой удар!
Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Ну и где же навес? И мяч выбит из штрафной. Теряет атака мяч в штрафной. Вынос. Алекс Морган. Роуз Лавель. Пас на ход. Может быть интересно. Но чуть-чуть поточнее бы сыграли. И по-другому могла эта атака закончиться. Линдси Хоран. Роуз Лавель. Хорошо мяч перехватили в атаке. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. И мяч в воздухе после такого выноса. Смена ворот и еще... До конца игры остался только 15-минутный тайм. Алекс Морган. Удар нужен! Опасный удар! Рядом со штангой мяч проходит. Чуть-чуть поточнее пробей, и был бы точно гол. Лена Петерман. Сара Дебриц. Александра Поп. Навес в центр штрафной. Навесить мяч получилось, вот только адресата мяч не нашел. Сара Дебриц. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Хороший пас на ход. Линдси Хоран. До финального свистка и окончания дополнительного времени остается 8 минут. Будет навес. Перекладина. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Александра Поп. Какой шанс был, но не попадает в сетку мяч. 5 минут еще играть, потом серия пенальти. Счет равный, играть осталось недолго. Ну что, удастся ли кому-то победить? Сара Дебриц. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Навес в штрафную. И есть гол! Этот гол стал третьим в сегодняшнем матче, и мы поздравляем ее с хет-триком. Молодец! Великолепный гол и к тому же третий. Да, и это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Очень результативный у нас сегодня матч. Розыгрыш с центра поля уже вошел у команд в привычку. Ох, какой момент-то мог бы возникнуть. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. 2 минуты добавляются. Отличный отбор, но кому достанется мяч? И это удар! Какой удар! Звучит финальный свисток, и Германия побеждает в этом матче. Хороший матч, Константин. Да, Георгий. И особенно он хороший для одной футболистки. Она оформила хет-трик, признана игроком матча и стала главным творцом этой победы. Молодец! Навешивать надо.
Александра Поп! И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженно. Пас на ход может быть интересно. Классный пас, можно двигаться дальше. Потери и у соперников. Меган Рапино! И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Александра Поп! Есть гол. Отлично сыграно. Все логично. Выходит вперед команда, которая диктует игру сегодня. Соперник пытается перекрыть свободные зоны, но шанс можно навешать. Бить надо и сравнивать счет. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Навес в штрафную. И есть гол! Этот гол стал третьим в сегодняшнем матче, и мы поздравляем ее с хет-триком. Молодец!